классное путешествие было. Приморцы хорошо съездили, да? Я до сих пор велел, как мотоцикл жив остался после встречи с дачей. Я вообще, не, походу, ни они, ни мы не задамажились. Бон вояж, долбоёбы! Пибикай, Лёша, пибикай! Я живой, Лёха, подними меня, блядь! Ой! Я приезжаю, братан! А ты уезжаешь! Чики-брики в дамке! Пошёл, я еду! Брат! Бля, вон он! Брат, мне больно! Бля! Что за пиздец, что вы творите? Ты вышел сзади! А я хочу того парня! Они вот так делают, да? Вот. Сейчас мы будем играть в пупк. Сейчас. Ладно, все, я пошел. За полом. Добро пожаловать. Куда этот чел уползал, мне вот интересно. Ванечка, спасибо за полом. Тупо рейдим. Рейд от тайни боя! Воу! 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 Рейд! Рейд! Все, сидим, тупо молчим, блять, пока не накопится 350 рублей. Лёх. Ты уже скинул что-нибудь? Да. Денежка, дай хуй. Спасибо за 350. Давай сходим. Если ты сейчас не закроешь, мы не сходим. Никита, скажи, чтобы он сходил со мной в маг. 3 секунды, если не закрываешь, мы точно не идем. Раз. Сходите, пожалуйста. Все, отлично. Потом посмотрим. Просто продолжай играть на этих. Брысь нахуй, я сказал, если сейчас не закроешь, мы никуда не пойдем точно. Просто продолжай играть. Все получится. На саппортах точно все получится. На саппортах про. Кристин! Мак, хочу! Кристин, что я сказал только что? Лех. Да. Ну чекай, все, заходи. Ча. Давай. Сучара, блядь. Ты... Я здесь за, блядь, каждый кусочек, блядь, дерусь. Воюю, блядь. Но я его не видел. А то у меня много золота есть. Я чуть со стула не пизданулся. Здорово, ебать! Если чат попросить забрать на стол. Плакало полчаса. Здорово, ебать! Мальчишечка, ай! Ай-яй-яй! О, чё? Бля, я влип на секунду. Почти, что-то происходит. Нам пиздец, Лёша. Я в тебе застрял, но я как бы не в тебе, у меня текстура твоя как бы. У меня тоже. Лёха! Живой, приземлился. Поехал куда-то в жопу. Стёпушка, спасибо за 27. От души душевным душу. Стёпушка за 27. Стёпушка, спасибо. Не понял, но...
В любом случае, да. Кабум. Блядь. Блядь, сейчас как перегонишь меня. Завали ебало! Ты чё, блядь, подгадываешь, что ли, сучара такая? Нет. Как ты знаешь, когда именно говорить? Чем отличается этот резистор от вот этого? Никит, такой вопрос к тебе занятный. А как мы презентацию делать будем? А как мы это все записывать на дискеты будем? Вот это вообще охуительный, кстати, вопрос. Учитывая, что ты единственный, кто из нас троих был вчера у Скворцовой. Какие у тебя предложения по данному поводу? Вчерашняя встреча прошла, как и все остальные прошлые. Это хуйня, короче, сделаешь вот здесь, это делать 2 часа, а что ты делал 2 дня, я пизду нахуй. Ты вверх стреляешь, что-то нахуя, нахуя ты это делаешь, блядь? Не стреляй, заебало. Оп! А я тебя наебал. А ты мне тоже. Ого! Коровы заспавнились. Возьму-ка я их себе. Чего ты взяла? Бля, сяк, я сейчас подойду. Алло. 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 Здесь так холодно. И одиноко. Мы что делать, Гаман? Что, это петля? Нет, берешь руку. Да. Это как у Рейзера. А, так это плеточка. Как-то можно будет это устроить здесь гомоеблю. Да, ты красив, Никита. Спасибо. Волчонок по лесу и чавкал. А по какому по лесу он шел? По зелененькому лесу шел. Своими ножками. Чёрт. А какие у тебя были ножки? Пушистенькие такие, да. Очень пушистенькие. У тебя нет ног, Бобби. А он кричал, блин, я не чувствую своих ножек. Огромное зеркало в, например, космосе, где тебя не может замедлить никакая другая частица, там воздух, например, частицы воздуха. Эти фотоны, которые будут от звезды биться в зеркало, будут потихоньку разгонять это все. То есть огромное это зеркало. Хватит жрать, крыса. Суть в том, что в космосе солнечные паруса — это самый простой способ разогнаться до действительно хороших скоростей, так как в космосе тебя ничего не может замедлить. Там нету воздуха, который тебя из-за силы трения замедляет. Хватит жрать, мразь. Еще не решен был вопрос с замедлением. Селезень. Бля, смешное слово. Но я не бухой, нет. Это мне слово просто смешное. Пизду, я заебал. Едут. Сюда? А, не, вру, это вода. Нихуя себе. Вода со звуком колес. Потом мне батя потом звонит такой. Мне батя звонит потом такой. Так, ну чё, когда за линзами поедем? Я такой, ну, 20-го можем. Он такой, а чё сегодня делать будешь? Я такой, да, диплом писать сегодня и ночь всего. Он такой, а, ну понятно, ну ты там пиццу, если чё, закажи. Я такой, да, батя, окей. И всё. Бля, это такой ор, пиздец. Бля, сейчас слишком ор. Вы должны её подставить, ребят. Да нет, мы сдадим, это хуй нет. Сдать. Вы должны её обоссать. Ну вас объебали по всем пунктам. Да. Блять, найду вас. Дополнительно. Охуенно. Там женщина заяц, видишь? На мешке. Блять, Кристина, ты охуела? Ты, блять, всё пиздишь, блять. Подожди, она чипсы спиздила. В других городах что вы мне... Да я вам наебошу. Кристина, я... А что?
Лёх, подними меня, плиз. Как ты умудрился? Я понял. Какие странные бутылки начали у Байкала. Да, Никит, делаться? Ты запалил, да? По-моему, да. Да кому какая нахуй? Мне просто, ну типа, мне нельзя по образу этого делать. Но раз мы сидим ночью на твоем стриме, мне похуй. Дела? Мы с тобой копаем алмазы. И как бы, ну это и есть, знаешь. Раз. Бля, 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 попасть. Два. На нахуй. Ух, бля. Я играл. Твое удовольствие. Нет, 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 не умереть. Да нет, ну не толкай меня в лаву. Да ладно, теперь можно во время грозы спать. Прикольно. Оно все сгорело, половина в лаве, блядь. Нахуя я это сделал? Нахуя? Никита средний прожарки. Так. Этот звук. Некит. А потом, короче, мы не бить всех. Чуть-чуть. Хотя бы... до какого-нибудь левела. Я слышу гастов. Ебать там парней. Тупо на забив собрались. Давайте пиздец. Ты помнишь этот день? На земле под холодным дождем остались мы вдвоем. Из последних сил заставлял я биться сердце твое. Моя жизнь сгорала вместе с тобой. Приготовил мне наш мир. Быть может, он спасет тебя на моих глазах. Дыши со мной еще один день. Я буду считать часы. Лишней ладонь груди моей. Я считаю пульс, но удары утопают в слезах, рящих в наших сердцах. Прикоснись ко мне, дай понять, что мы живы еще. Только мы никого больше нет, что приготовил мне наш мир. Быть может, он спасет тебя на моих глазах. Дыши со мной еще один день. Я буду считать часы. Прижми ладонь к груди моей. Воу-воу. Все, я устал, Лех. Жмет, знаешь. Ах ты, тварь ебаная. Здравствуйте. Это был кавер на песню о матери. Дыши со мной называется.